Приветствую всех! С вами Бережная Светлана, и сегодня речь пойдет о том, как помочь своему новичку выбрать удобный офис для получения своих заказов. Заходите на свою страничку под логином и паролем, и вот сюда в верхней левой части смотрите раздел «Обслуживание», нажимаете, и с левой стороны выпадает меню. В этом меню находим контактные сервисные пункты обслуживания. То есть это офисы в любом районном центре, в любом областном центре есть представительство компании «Oriflame». И по законам компании любой офис обязан обслужить консультанта, независимо от того, с какой он структуры. Перед вами Украина. Ваш новичок, давайте представим, с Донецкой области. Город выбираем, с какого он города. Например, если это большой город, ну вот, например, Мариуполь, у меня новичок был с Мариуполя, да, вот, то тогда в этом городе, как правило, очень много офисов. Вот вы заходите, Донецкая область, Мариуполь, и выбираете вот разные-разные офисы по улице, и потом определяетесь с номером офиса. Прозваниваете своему новому партнеру, называете адреса, и он говорит, на какой офис ему удобнее отправить заказ. Можете поручить, если это очень такой инициативный, смелый новичок, можете дать ему расписание этого офиса, номер телефона и сказать, чтобы он в течение 2-3 дней после заказа прозвонил на офис, представился новым консультантом и сказал, что будет забирать заказы. Там он может уточнить, пришел его заказ или нет, и уточнить, как можно произвести оплату. На некоторых СПО есть терминалы, где можно оплачивать заказы. Обращаю ваше внимание, что заказы лучше оплачивать через терминалы, через карточки, то есть не оставлять деньги на СПО, в руки секретарю не оставлять, если на этом офисе нет терминала. В принципе, компания Oriflame очень ответственно относится к этому моменту, но иногда бывает инициатива самих директоров офиса берут или обстоятельства такие, берут деньги. И хорошо, если эти деньги своевременно будут оплачены. Лучше не рисковать, оплачивайте заказы самостоятельно, с чеком приходите на офис, или если даже у вас нет чека, вы оплатили через карточку, зайдите на свой номер, на свою страничку, посмотрите, оплачен заказ, нет, и тогда идете на офис смело и говорите, мой заказ оплачен. На любом офисе есть интернет, по вашему номеру, который вы с собой несете, смотрят вашу оплату и выдают ваш заказ. Вы расписываетесь в реестре, разбираете внимательно свой заказ и благодарите за сервис. На этом наша информация по данному вопросу закончена. Удачных вам и больших личных товарооборотов!